Ты кто такой? Я Бэтмен. Дэдпул. Настоящее имя Уэйд Уилсон. Он, как и Росомаха из Людей X, был подвергнут опытам по программе Оружие X. После того, как ученые попытались исцелить его рак, привив его клеткам способность к регенерации, Дэдпул остался изуродованным и психически нестабильным. Предлагаю вашему вниманию все победы и поражения Дэдпула из киновселенной, роль которого играет Райан Рейнольдс. И начнем мы с первого появления Уэйда Уилсона до трансформации в Дэдпула, который демонстрирует свои феноменальные способности в фильме «Люди Икс. Начало. Росомаха» 2009 года. Остались только покойники. Если б ты меньше болтал, цены б тебе не было. После превращения в супермутанта, в котором объединились многочисленные особенности 11 других мутантов, Страйкер выпустил Дэдпула против Росомахи, на помощь которому неожиданно пришел его брат и враг Виктор. Вдвоем они справились с Дэдпулом, обезглавив его. В 2016 году был представлен сольный фильм «Дэдпул», в котором рассказывается вся история персонажа. После трансформации в Дэдпула Уэйд узнает, что его обезображенного хотят продать в рабство, после чего он высвобождается и вступает в схватку с Аяксом, которую проигрывает. Далее в течение года Дэдпул выслеживает и убивает многих подручных Аякса. Затем нападает на конвой его наемников на автомагистрали, убивая всех. После чего захватывает Аякса, пронзив его катаной в область плеча. Зараза! А я утюг дома выключил. Это уже совершенно новый уровень неспортивного поединка. Внезапно на мосту появляются члены команды Люди Икс, Колосс и сверхзвуковая боеголовка. В процессе разговора Дэдпула и Колосса Аякс сбегает. Разозлившись, Уэйд пытается вырубить русского мутанта, но вместо этого калечит себя. Ты внимательно смотришь. Все! Задрал! А по шарам? Бедная твоя жёнушка. Ты не расслабляйся, тряпка! Довольно! Идем, к профессору отведу. Маковой или Стюарту, разбери их там с этими прыжками во времени. В финальной сцене фильма Дэдпул вновь сходится с Аяксом, которого, несмотря на просьбы Колосса оставить его в живых, убивает. Мы встаем в истинном свете, какими сами себя. В 2018 году выходит продолжение «Дэдпул 2», которое начинается с бесчинства Уэйда. Он уже два года крушит преступные группировки по всему миру. А, друг мой, десница божья. Сюда не заходите. О!
Далее Дэдпул разбирается с бандитами, которые внезапно ворвались в его дом, однако не успевает защитить Ванессу. Став стажером X-менов, Дэдпул успокаивает мутанта Рассела Коллинза под кличкой Firefist и тут же убивает работника, издевавшегося над подростком. Начну сначала. Привет, я Дэдпул. Я из Людей X. Стажер! Закройся! И кончай мусолить соску в форме члена. Перебор? Личный слишком, да? Они тебя мучают? Кто? Оказавшись в тюрьме, Дэдпул впервые встречается с Кейблом, который выигрывает бой. Но Уэйд устраивает взрыв, выбрасывающий их из тюрьмы. Следующая схватка между Дэдпулом и Кейблом произошла в грузовике, перевозящем заключенных. Закончить им не дал освободившийся Джаггернаут. От меня никто не уходил. Пули какие-то особо быстрые. Далее Дэдпул вместе с Домино и Кейблом проигрывают схватку с Джаггернаутом. Им на помощь приходит Колосс. Попался! Проваливай, мелочь! Найди врага своего размера! Колоссально задвинул!